Я уже почти неделю нахожусь здесь. Я не увидела здесь, что такое мясо, хотя я сама особо не ела. Я сейчас говорю за тех больных, которые находятся здесь. В Махачкале офтальмологическая больница опровергла слова пациентки о плохом питании в учреждении. Одна из пациенток, Ума Аскерханова, записала видеообращение и выложила ролик в соцсети, в котором рассказала о плохом питании в больнице. Одна тушенка. Уважаемый министр здравоохранения, вы, наверное, сегодня на Ураза-Байрам дома накрыли хороший стол, и у вас, наверное, от красной рыбы до баранины и говядины все, наверное, есть на столе. А вот эти люди, вы приходите, посмотрите на их глаза, какие они грустные все, какие они больные все. Мало того, что праздник наш омрачен, мы не имеем возможности его отмечать в кругу семьи, хотя бы с семьей. Мы находимся сегодня здесь, в этой больнице. Мы сегодня боремся за свою жизнь. Вам не стыдно сегодня кормить тушенкой людей, этой гнилой тушенкой, вот этими макаронами и манной кашей, в которой даже нету масла, которая на одной воде? У меня просто нет слов выразить ваш адрес. Простите меня, если бы не такой святой день, я бы, наверное, и выразилась. Скажите, пожалуйста, Ураза день, вы не могли больных хотя бы одной печенюшкой угостить? Вы обеднеете? Хотя бы поставить на стол вот этим людям во время обеда хотя бы одно яблоко или печенюшку? Посмотрите, какой едой вы кормите больных. Обратите внимание на это, хотя вам это не нужно. Вы же врач, признанный быть душой человеческой. Клятву Гиппократа давали, что вы должны помогать людям вопреки всему. Что вы делаете, что вы творите? После стольких комментариев и высказываний ваш адрес, неужели вам совесть позволяет занимать это место и вот так издеваться над больными? Я лично больная сегодня, я не смогла съесть вот эти макароны разваренные ваши в этой тушенке гнилой, которая воняла. Простите меня, конечно, за такое слово «воняло». Это не вы меня простите, вы не простите, у вас человеческого нету. Это народ меня должен сейчас простить за мои высказывания, если я вдруг слово какое-то приставила. Но будьте вы человеком, Ураза Байрам, чтобы хотя бы люди подумали, что они находятся в кругу семьи. Что за издевательство? Что за издевательство над людьми? В конце до концов, руководители, которые не справляются, хватит, уступите места молодежи, которые будут с перспективой на будущее помогать и жить для народа. В конце до концов, хватит министра здравоохранения. Я считаю, что я вот как жительница и вот больная на сегодняшний день, я прошу вас, просто прошу, вот Ураза месяц ради Аллаха. Вот повернитесь лицом к больным. Если не можете повернуться, если слишком у вас плечи распрямились от гордости и обжорства в этой системе, лучше покиньте свой пост и не гневите людей. Вам еще на том свете отвечать за свои деяния. Стыдно должно быть вам. Однако в учреждении указали на то, что она же несколько дней назад, наоборот, хвалила больницу и даже оставила позитивный отзыв в Инстаграм. Представители медучреждения отметили, что закупкой продуктов занимается больница. Повара при приготовлении соблюдают все требования. Тушенки у нас в меню нет, продукты мы закупаем качественные.